В одном из шоу конкурса «Я пою» участники проекта исполняли хиты Евровидения. И Надя Мисякова пела с Дмитрием Колдуном, мы все помним. С тех пор прошло 2 года, и Надя не только поет, она выпустила книгу стихов. Она много выступает, она даже участвовала в отборе детей на Евровидение. То есть Надя Мисякова ведет активную, творческую, профессиональную жизнь. Итак, Надя Мисякова, встречайте! Yeah.